Настя! Пойдем приготовим мороженое. Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала. С вами Алексей Грильков. И сегодня, в этот жаркий день, мы приготовим обалденный замороженный лед, рецепт которого я сейчас вам расскажу. Нам понадобится 3 киви, 1,5 яблока, сахарного песка 70 грамм и мяты свежей по вкусу, 7-6 листиков. Для начала нарежем мяту на маленькие кусочки. И отложим в сторонку. Теперь нужно почистить яблоки и киви. Полтора яблока мы почистили. Теперь нужно порубить на маленькие кусочки. Этим мы сейчас и займемся. Готово. А вообще, ребята, кушайте побольше фруктов, там очень много витаминов. Нарежем и почистим киви. Ну вот, киви мы и дорезали. Теперь все это нужно положить в блендер и секундок 15-20 перемесить. Когда вы видите, что у вас уже такое пюре основательное в блендере, нужно добавить мяту. Добавляем чуть-чуть. И после этого еще раз мелим. По идее, полученную массу уже можно было бы добавить в формочки и заморозить. Но так как киви дает свою кислинку, что нам не надо, мы сейчас сделаем сладкий сироп. Для этого нальем в кастрюльку 0,5 воды и добавим 70 грамм песка. Доводим до кипения, чтобы сахар растворился, и дадим остыть. Вода закипела, снимаем с плитки и дадим ей остыть. Вливаем сироп в блендер и еще раз все перемешаем. Осталось все залить в формочки. Ребят, мы купили в Икее набор, он стоит что-то там вообще муку, рублей 45. Если у вас их нету, можно взять от йогурта обычные упаковки пустые, вставить деревянные палочки от мороженого и заморозить. Вольем в формочки. Оставляем в морозилке на 4-5 часов. Прошло 4,5 часа, лед заморозился. Давайте попробуем, что получилось. Формочки. Я, правда, не знаю, как это даже тестировать. Очень вкусный замороженный лед. Киви обалденно дает кислинку. Такой прохладный. Ребят, я так как не очень люблю обычное мороженое, я предпочитаю именно замороженный лед. И летом он очень выручает. Поэтому готовьте, очень вкусно. Ну а с вами был Алексей Грильков. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Пока!